Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Друзья, сегодня не будем готовить по специальному рецепту. Сегодня приготовим из того, что есть у нас в холодильнике. У вас, наверное, тоже бывают такие моменты, когда кушать готовить надо, а в магазин идти не хочется. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы готовите в такие дни. У меня, например, сегодня есть картофель. Но картофель у меня, в принципе, есть всегда, потому что моя семья очень любит картошку, поэтому мы всегда закупаем наперед. А теперь посмотрим, что у меня есть в холодильнике, что мы можем добавить к картофелю, чтобы получился вкусный ужин. Ну что, у меня есть немножко красной рыбки, есть крабовые палочки. Оставим это все для завтрака. Сейчас мы возьмем яйца. У меня всегда есть квашеная капуста, но сегодня мы готовить ее не будем. Кстати, из нее можно приготовить очень вкусное блюдо. Тушеная капуста с мясом. У нас есть это видео, мы вам оставим ссылочку. Можете приготовить по эстонскому рецепту тушеная квашеная капуста с мясом. Очень-очень вкусно, рекомендую. Еще у меня есть зеленушка. Кстати, может быть, если кто-то не знает, я вот зелень всегда храню вот так во влажной салфеточке, заворачиваю. И зелень остается всегда свежая. Мы возьмем петрушечку. Еще у меня есть лучок. И мы возьмем паприку. Паприку я тоже всегда покупаю много. У меня ее очень-очень любит младший сын. Ну, пожалуй, и все. Будем думать, что мы из этого приготовим. Итак, из продуктов у нас есть картофель. Есть сладкая паприка. Я взяла лучок. У меня есть чесночок. Спасибо большое папе. Папа сам выращивает, поэтому у меня дома всегда есть хороший свежий чесночок. У меня есть немного свежей зелени, яйца. Как приправы я добавлю черный перчик и, конечно, добавлю розмарин, потому что картофель очень любит розмарин. Я думаю, что из этого маленького комплекта продуктов получится замечательный картофельный пирог. Друзья, оставляйте ваши лайки и комментарии, подписывайтесь, если вы еще не подписались. Рецепт я оставлю под видео, и мы начинаем готовить. Репчатый лук нарезаю маленьким кубиком и сразу отправляю в сковородку. Если у вас есть колбаса или сосиски, тоже можете добавить. Сладкий перчик тоже нарежу маленькими кусочками. Если у вас в холодильнике есть еще грибы и капуста, тоже можно обжарить и добавить в пирог. Теперь добавляю немного растительного масла и обжариваю до готовности. Добавляю немного воды, в которой варился картофель, и сделаю пюре. Теперь к пюре добавляю яйца и приправы. Конечно, можно добавить приправы, которые вы любите. Я добавляю розмарин, черный молотый перец, чеснок и все хорошо перемешиваю. Лук с перчиком уже поджарились. Теперь нарезаю немного зелени и добавляю в пюре. Сюда же добавляю и лук с перцем. И, конечно же, все надо перемешать. Чтобы пирог был пышным, добавляю соду. Муки добавляю совсем немного, чтобы только держалась форма. И все перемешиваю. Теперь на стол добавляю пару ложек муки и тесто немного обваливаю в муке и формирую толстую лепешку размером под подходящую сковородку. Вообще, если не хочется возиться с тестом, положите его в форму для запекания и просто запеките пирог в духовке. Ну а у меня уже получилась форма пирога. Разрезаю на порционные кусочки и выкладываю на разогретую сковороду с маслом. Как только кусочки поджарятся, переворачиваю. Можно добавить немного масла. Закрываю крышкой и жарю до готовности. Ну что, картофельный пирог готов. Сейчас посмотрим. Ой, такой румяный, ароматный, чесночком пахнет, здорово. Попробуем скорее, что здесь у меня получилось. Выглядит очень аппетитно. Поджарился, ароматненький, такой мягкий. Я вот добавлю просто сметану. У меня есть сметана. Можно вообще сделать соус. В сметану можно добавить любую зелень, тот же самый чесночок. И сделать соус, и подавать соусом.
но я сделаю все очень просто. У меня сегодня просто сметанка. Так, попробуем. Скорее, конечно, он очень горячий. Вот он остывает и становится еще вкуснее. Друзья, я почти уже целый кусочек пирога съела. Это действительно очень-очень вкусно. Он остывает и становится гораздо вкуснее, чем горячий. Действительно замечательно вечером с чаем такой картофельный пирог. Всегда можно приготовить что-то из минимум продуктов, которые есть у вас на данный момент в холодильнике. Друзья, давайте поможем этому видео набрать минимум 500 лайков. Пишите, пожалуйста, комментарии, что бы вы добавили в такой пирог и как вы готовите из того, что есть у вас в холодильнике. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу и приятного вам аппетита!